Всем привет. Где мои блесточки делись? Всем привет. Блин, представляете, я забыла наушники дома, и это печально. Сижу в аэропорту, приехала раньше. Жду вылета. Привет, Архангельск. Лечу я к своему маме. Такая счастливая. Так устала, не выспалась. Я вообще безумно счастлива, мы так давно не виделись. Я так рада, сегодня вышла статья в Стархит. Очень крутая. Даже ссылка есть у ребят на странице, прямо на мою статью. Это очень круто. Спасибо большое, Стархит. Там я поделилась с вами. Своими планами на будущее. Живет парень, я не скажу, где, но встречаемся мы в Стамбуле. 8 зубов ради брекетов — это ненормально. 8 зубов — это слишком много. Это какие дырки потом будут? Я считаю, ну, я не доктор, конечно, но мне кажется, 8 зубов — это очень много. Ну, я вообще вырвала все, поэтому... Ну, может, парочку стоит вырвать, потому что я когда поставила брекет, у меня выровнялись зубы из-за того, что я не выдернула, они покривились обратно. Петь не буду, сижу в аэропорту. Я на Дом-2 не возвращаюсь, меня приглашали уже, приглашают меня на Дом-2. Мне очень приятно, мне это льстит, потому что очень многие мечтали бы вернуться, но их не возвращают. А меня пригласили, а я вот не пользуюсь таким шансом. Видите, как бывает. Но я прошла этот этап своей жизни, и мне нужно двигаться дальше. Так, интересно, что если я припудрюсь? Я впервые не забыла пудру. Иди на Дом-2. Вот как скажешь, так и сделаю. Я же сказала, я не хочу. О, я села на сумочку свою. Привет, Томск. О, на подружка туда полетела, Наташка. Натали. Полетела в Омск. Красивые, да, глазки? О, ребят, ну про Артема мне вообще не интересно. Он там, конечно, стук с этой девчонкой. И без девчонки, и с девчонкой, и все одно и то же. Конечно, не слышно, не видно. Саймона тоже пару не слышно, не видно, но они хотя бы красивые. Украшают. Телепроект радует глаз. Мне очень идет хвост, да, спасибо. Мне бы его рассчитать не мешало, но мне так лень лезть в чемодан за расческой. Блин, я так хочу вам показать уже новые клипы, новое видео с папой. Мы с папой записали дуэт. Сняли на это видео в Макеевке.
просто внезапно решили снять очень быстро, все сделали, организовали, сняли. И так приятно, что наши труды не прошли даром. Еще не вышел клип, а уже об этом пишут самые крутые СМИ Москвы, такие как Стархит. Сценария на Доме 2 нет. 1% только сценария. Привет, 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 Даша. Всегда прекрасно, спасибо. Я в аэропорту сижу, кавер. Сделаешь, это будет красиво. На какую песню кавер записать? Говорите, пишите, я обдумаю ваше предложение. Привет, Таня Сытникова. Так, чтобы заказать. Блин, был бы тут фреш, было бы огонь. Может быть, он есть? Надо спросить. Привет, кукла. Куда полетела? Водица, кавер я уже записала. Очень красивые глаза. Спасибо, это все. Кристинка мне накрасила сегодня так красиво. Водицу записала уже. Вы что, пропустили? Извините, а вы не позовете официанта, пожалуйста? Кого? Спасибо. А можно вопрос о засыпке? Вы в телевизоре никак? Да, да, да. Дом 2, да? Да. Блять, проспорила. Что ты забыл? Это очень смешно, вы слышали? Проспорила, говорит. Да что ж она поспорила, надо было спросить. Это очень смешно. Это очень смешно. Наращиваю реснички, но хочу снять. А скажите, а есть фреш у вас? Какой? Апельсин, грейпфрут и яблочный? Апельсин, грейпфрут. Апельсин, грейпфрут взял, да? Да, угу, спасибо. Это было очень смешно, это прямо надо записать было на видео. Это нужно пойти на кастинг. Все, удачи, смешная женщина. В Макеевке, да, все хорошо было, без проблем. Еще в Макеевку приеду, нужно мне еще по-любому приехать. И мне понравилось, так что буду приезжать. Запиши на Аленку. Какую Аленку? Что за Аленка? Что за новая песня, которую я не знаю? Скажи, пожалуйста, привет, Миша, Дима, Юля. Как-то позорно, что позорного спросить. Город Слуцк, Беларусь. Привет, Даша. Привет, Саша. Тухляк. Ну, я, честно, редко смотрю. Иногда бывает что-то интересное, но редко. Редко, что меня прям может заинтересовать. Вот так. Но всегда съемки интересные, красивые. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть кричат они все одинаково. Так банально и не талантливо. Так хотела бы успеть. Класс, вырежьте мне это видео, где женщина за кадром говорит про то, что она проспорила. Это очень смешно. Прям нужно его вырезать и добавить куда-нибудь. Это очень мило. Покажи подальше, похвастайся. Кого подальше показать? Привет, Диана, солнышко, передай привет. Привет, Кирилл. Очень люблю собак, но я себе не беру на себя такую ответственность, потому что их нужно выгуливать, а мне некогда этим заниматься. Сильно изменилась потом. Да я всегда была такой, какая я есть, просто смотря с какой стороны вас будут показывать по телеэкрану. Сальсет Саленко. Это просто достижение жизни. Привет, Лариса. Вы супер, красиво очень. Спасибо. Привет. Дай, пожалуйста, привет. Привет. Смел на гитаре сыграл, спел. Красиво платится.
музыку звучит, я не дома 17 лет. Понравится. Привет, гусь хрустальный. Это что-то интересное. Привет, Эльмира. Эльмиру привет. Загида Курбанова привет. Какая хорошая. С кем общаешься из дома? Два с Юльчиком. С Юльчиком вчера виделись. Мне сегодня Юльчик предлагала с ней в ресторан пойти. С ней, с Мантазиром и с мамой. А у меня не получилось. Так обидно. Я бы с удовольствием сходила в ресторан. С семьей. Куда путь держу? К моему парню я лечу, я этому безумно счастлива, но я так устала, я хочу сесть в самолет и поспать немного. Просто рано встала и поздно легла. Да, у меня есть парень, как раз сейчас в аэропорту лечу к нему. Да, я очень довольна поездкой в родной Донецк и Макеевку. Привет, Куйбышева. Привет, Комсомольск на Амуре. Привет, Амина. Я нахожусь в аэропорту. Привет, Томск. Привет, Илона. Я сижу в аэропорту. Привет, Керим. Привет всем из Канска. Фото в студию. Фото в студию. Да, я в Турцию лечу, в Стамбул. Парень у меня есть на фото, но лицо я его не показываю. Есть статья в Доме 2 журнале, вышла тоже про нас. Маринск. Спасибо за приглашение. Я бы везде приехала, но пока нет, пока некогда, я так сказала. Вообще путешествовать очень люблю. Я лечу в Стамбул. Привет, Донецк. Мне 23 года. У меня нет маникюра, это просто ужас какой-то. Я записалась завтра на маникюр, но внезапно мой мальчик меня позвал вчера, и я уже сегодня вылетаю, и я не успела сделать маникюр. Я буду грызть ногти. Как я устала. Просто не выспалась. Парня я не покажу. Ладно, ребятки. Рада была с вами пообщаться, но я, видите, не живая какая-то сегодня, устала, поэтому буду отдыхать. Всем пока, ждите много сториз. Много ожидаю очень от этой поездки, правда. Я очень соскучилась, очень много есть что обсудить. Удачи мне, пожелайте мне удачи, держите за меня кулачки. Всем пока.